Сыктывкары и ближайшие к нему поселки восстанавливаются после удара стихии. Накануне из-за грозы и сильного проливного дождя многие части города буквально ушли под воду. Непродолжительный, но очень мощный ливень принес работу и для дорожников, и для простых граждан. Градом были побиты стекла, машины, витрины, затоплен торгово-развлекательный центр и один из строящихся домов, оборван электрокабель, а некоторые участки дорог подмыло. Так, провал дорожного полотна был зафиксирован в местечке Дырнес, а также на улице Ручейная. В этих местах были установлены ограждения. Весь вечер спасгруппа объезжала и зоны подтопления. В основном сильно пострадал частный сектор и нижняя часть города. У горожан водой затопило огороды, град побил посадки, дворы оказались одним большим водоемом. Сегодня специальные службы города подводят итоги обрушившихся на столицу Коми осадков, а также выясняют, какой фронт работ предстоит провести, чтобы все восстановить. На некоторых объектах работа уже ведется.